привет. Привет всем. Что, водичку твою взять? Да. Тяжело? Мы собрались последнюю ночь в лунопарк. Все. Я надеюсь, завтра утром он уедет с концами. Сейчас посижу тут, подожду бабушку, поболтаю с вами. Вискина бутылка. Моя бутылка. Да, не надо, не гоняй тут сейчас. Алис, на улице будешь кататься. Слышишь? Алис, если ты не будешь слушаться, мы не пойдем в лунопарк. Садись вот тут рядышком посиди. Или поставь, дай погулять. Мы самокат взяли на улице кататься. Что ты там выглядываешь? Там ничего нету, там внутренний двор. Там не видно. Фух. Я нацепила футболку, штаны, свой рюкзак и иду. Не красилась, ничего. Весь день провалялась. Не знаю, вообще настроение не то, что в минусе, просто апатия. Вообще ничего не хочется. Весь день болела голова. Вот, я даже не монтировала видео сегодня. Лиска песни поет, у нее все нормально, с настроением. Какую ты там папе говорила? Знает ли он такую песню? Типа потом я ору, пожарить я хочу. И все. Не, какую-то другую. Танк кусита что-то. Танк кусита, Смешная песенка, танк кусита, Да, иди проверь, где там бабушка, только пальцы никуда не сунь. Хорошо. Не хочется при Лиске болтать про грустные вещи. В общем, к нам уже едет Настя, и нам пора решать, возвращаемся мы в Украину сейчас или нет. Именно по этому поводу у меня сейчас жесткий такой депресняк, потому что с одной стороны домой очень хочется, а с другой стороны, как представишь себе всю эту жизнь в сиренах, и обратного пути уже не будет. Ну, все. Если сейчас мы еще можем здесь остаться, пока нас никто не выгоняет, то назад мы уже из Украины не поедем опять. Кто его знает куда, это очень тяжело, и я вообще не представляю эту дорогу назад. Сейчас 5 дней с животными. Бабушка уже пришла, мама. Да? Ну все, значит идем. Значит, потом поболтаю. О, Максим пришел Алису угостить. А это конфеты или жвачки? Это конфеты такие. Я не хочу конфету, подожди. Не, что спасибо. Ну, спасибо, скажи, дочь. Спасибо, Максим. Ничего, пока. Мне нужно. Максим все мечтал Алису угостить. А ох, и друзей у тебя здесь целая куча. Ну, а там придется сидеть одной из домиков. Да, у меня здесь друзей целая куча. Миша, Лёва, Максим, Настя, Даша, Полина. И это еще не все. Надя, Настя и Ариана, и Ева. Ого, сколько. А похоже на театр, как будто вы зрительские кресла поставили. А тут представление будет. Футбол? А, понял, это зрители на стадионе, это да? Это что, были бананы или носки? А тебе так удобно в футбол играть? Да, странный у вас футбол, конечно. Ой, ты будешь нормально играть? Нет, у нас от бананы за все. О боже, это не футбол. Ой, есть! Футбол ногами играют, а не руками. Бабушка тоже не хочет уезжать. Бабушка категорически не хочет уезжать. Она говорит, надо уезжать, когда закончится война. Но с другой стороны, вдруг она закончится через несколько лет. Что же несколько лет тут торчать? Так, смотрите, на ком Алиса решила полетать. На Человеке-пауке. Она и вчера на нем хотела, а потом что-то решила на самолетике. Что? Сейчас уже полетит.
прикольный. А кто это? Тоже Микки Маус, типа, да? В костюме каком-то космонавта. Все, полетели! Разгон! У-ху! Все, Супермен полетел. Классно. Потом в салют. День города же именно сегодня вроде. Сегодня так жарко. Вот мы вышли, ужасно жарко. Здесь салют. Мы попали на салют. Только сели в американские горки. А мы думаем, что везде потушили свет. Еще и свет везде потушили. Салют пусти. Котик, это всего лишь в небе высоко. Не бойся, не бойся. Можешь ушки закрыть и глазками смотреть. Хорошо. Где-то война, а где-то салют. Но не могут украинцы думать по-другому. Извините. Ого. Наверное, все, зайка. А, нет. Да, все спрятался под сиденье, который спереди Алиса сидит.
Не бойся, он высоко. Он не опасен. Громко, но не опасно. Вот это тут день города празднуется, слушайте. Несколько дней, еще и с такими салютами. Когда-то и у нас на день города салюты давали. Кажется, в прошлой жизни. Потушили свет, чтобы люди салют посмотрели. И все стоят толпой и смотрят. Бабушке тоже явно надоело. Не, она вообще, по-моему, плачет. Наверное, из-за того, что у нас война, а тут салют. Заканчивается просто. На эти салюты. Я просто поражаюсь. Они не заканчиваются.
Ну что, уже не боишься? Синий. Все, пожалуйста, хватит. Подготовка к возвращению в войну пройдена. Да ладно. Еще не все. Хватит. Капец. А! Что, зайчик? Здесь какая-то гроза гремит. Это не гроза гремит, это салют гремит. Все, уже закончился. Так, Алисенька, двумя ручками держаться очень крепко, хорошо? Все, на билетик. На билетик. За ним сейчас придут, подожди. Ничего не бойся, хорошо? Это просто аттракцион. Вулкан не настоящий. Хорошо. И держаться двумя руками хорошо. Алиса, держаться очень крепко. Все время держись, руки не отпускай. Двумя руками. Вот это мы попали, да. Вышли. Попали, говорю, вышли, капец. Попали, говорю, вышли, капец. Я представил украинским детям там, в этом, в отеле. Ну, в отеле, ладно, я представила, что вот это так вот бомбы взрываются, и дети да. Украинские. Так и в отеле некоторые на пол падают, которые там из Донецка приехали, при таких звуках. И здесь поезд, офигеть какой, для взрослых. Жесть. Блин, тут курить рядом с детьми маленькими считается нормальным. Рядом дети сидят, ничего. И на пляжах тоже так. Лежат люди, курят прямо рядом с детьми. Меня так это добивает всегда.
Настя жалеет мальчика, он ручку порезал чем-то. Все, держись. Она впервые на таких горках. Да, боится немножко. Не бойся, не бойся. Я зашла сюда повыше, чтобы ее поддержать. Она вулкана того боится, он сейчас включится. Откат назад пошел. Задний ход. Алисочка, не бойся, не бойся. Не, держись, держись. Вырабатываем смелость в ребенке. Даже то, что она сама садится в 5 лет на такие аттракционы без взрослых, уже говорит про то, что она смелая. Да? О, вулкан пошел дымиться. То, чего так боялась Алиска. Видите, там искусственный дым. Нос закрыла. Чудо. Наверное, вонючий этот дым. Ну все, Алиса в лунопарке попробовала все, наверное, из того, что было детского. Такая скорость. Наверное, уже последний заход.
быстрее, да? Да. Пойдем на холодное сердце, ей же понравилось. Алис, идем. Она что, третий раз собралась ехать? Идем, зайка. Так, где твой самокат? Самокат забирай. Так, ну что, дальше Алиса помчалась опять в детскую комнатку. Я не стала возражать. Конечно, неохота тут сидеть и ждать, но если ей так хочется там полазить, уже завтра лунопарка не будет. Они за 2 дня это все развернули. Вы можете себе представить? Все вот эти вот качели, разве что вот тут она еще, кстати, не прыгала. А так все вот это за 2 дня, все это вмонтировать, я не знаю, я бы побоялась кататься. Знаю, что это все за 2 дня поставили так быстро. И вот такая детская комнатка. Детское счастье. Алиса, ну как что-то придумает. Марк! Марк! Нож ва нож! Тут кричат, кто должен выходить по именам. Марк! Нож ва нож! Говорят, в Украине уже заморозки, я вся мокрая просто, жарко. Так, Лисюшка опять выстроила какую-то башню под потолок. Кто-то все строит, строитель. Приедем домой, у нас же там конструктор большой есть. Вот и ей радость будет строить. О, все, дом. Дом готов. Не-не-не, Алис, Алис. Не-не, наверх не надо. Все хочет на эту верхнюю крутилку. Я боюсь, что она упадет из шеи вниз. Ну, головой вниз с нею. Там вот эти 2 штуки крутятся. Да, она там заползла. А, там еще и заползти можно вниз. Где ты там ползаешь, червячок? Я червячок. Да. Червячок любимый. Маленький мой. Ой, куда же мы без уток, скажите, пожалуйста? Никуда. Ого, 2 сразу. Алис, лови с этой стороны. Тебе еще не надоело? А? Не надоело? Все? Берешь приз? Бери приз, Алис. Смотри, какой толстый. Алиса, бери. Грациас. Пошли, потому что там уже готовы. Леди Пончик, подождите, а где же вам выпил? Лисюшка будет очень на этом кататься. На колесе. Ой, уже и пошла кататься. С розовым шариком. Попробуй достать. Не достаю. Ты очень высоко. Гляньте, какой тут капец. Все, пени висит клочками. Не, классно, что он так быстро крутится. У нас тоже есть такой аттракцион в детском парке в Черкасах, но он гораздо медленнее.
Солнышко он называется. Не долетает уже пена. Они уже как-то одного вытащили, между прочим. Огромного. Интересно, вытащат еще? Блин, как люди это делают? Гляньте, сколько вытащили игрушек. Какого ты выбрала быка? Алиса у нас индеец. И сейчас будет быка. Я не знаю, почему индеец и бык. Обычно ж ковбой и бык, да? Ну вот сейчас она будет бычка этого усмирять. Сейчас еще дети присоединятся. Hola indios, ¿cómo estás? Permítame enseñar como siempre, una patita a prueba de equilibrio. A ver, ¿cómo están de equilibrio que están de chindi? Вот такой аттракцион веселый. Ahora ya no se hace más, brazos así. Com si fos la vida. Bueno, sembla que la donen per superar de dos sobres aquesta petita prova de equilibrio. Però ha de superar. Bueno, ara sí, saltes de tot bé, que comencem. Ja sabeu, us heu de posar-se amb els braços plegats i pare d'enfilar, com si fossin indis de veritat. Sigue picando man, seguint el ritme de la música. Dos mans al aire, ho, ho, ho. Braços creuats. Dos mans. Ja esteu tots ben sentats. Braços creuats. Aquest viatge ja s'ha fos. I ara, per acabar, farem el grito del gran jefe Comanche. Vinga tots, ben fort! Molt bé, aquests indis! Un fort aplaudiment per tots, que ho fem molt bé! Hau, hau, hau! Все, почти укачало, пора идти спать. Пора тебе, Антора, Анфель. Ну что, понравилось? Алис, понравилось? Не, Алис, пойдем. Вечерние игры, посмотрите. Боже, аж мышь моя улетела. Вечерние игры с Мирой. Как белый пушистый. Это Костя уже, понимаете, спать лег, видите? Как с Мирой поспишь? Она мне руку отгрызет. Конечно, отгрызет. Нападает, гляньте, как. Неугомонно. Мируська. Забирай. И у тебя нравится.
Да, поглажу. Мира, муж просит защиты. От тебя. А спрячь руку под это, под простынь. Попробуй. Пошла искать. О, так же не будет так больно. Миря, укуси его за нос. Может, тебе успокоительное какое-то накапать? Какое? Ей просто подрасти нужно, она котенок, это нормально. Ты еще валерьянки и накапай, она еще не такое устроит. Да, давай попробуем. Ага, будет вообще тебе весело. Ну что ты пугаешь? Попалась? Которая кусалась. Так говорят. Все, ушла.